Всем привет, с вами Амри, и сегодня мы продолжаем прохождение игры Surviving the Aftermath. В этой серии мы и дальше продолжим возрождать нашу цивилизацию. Постараемся уйти в область использования электричества и переходить на новый уровень использования полезных ископаемых. Что ж, давайте начнем. В прошлом сезоне у нас появилась экологическая станция, и мы начинаем очищать загрязнения. После этого мы собирались здесь построить жилую зону, точнее расширить вот эту. Пока только один человек работает, но постепенно, понемножку, помаленьку мы всех людей соберем, все очистим и расширимся. Крысы, жуки здесь шастают. Надо бы охотников туда послать, ну да ладно. Охотники у меня и так охотятся, занимаются полезным делом. Чего у нас полно, что мы можем освободить? В принципе, дерево нам столько не нужно. Давайте одного рабочего уберем. А в принципе, можно пока двоих даже убрать. Пусть они лучше в экологической станции работают. И очищают загрязнульки. И чтобы они так далеко не бегали, давайте им здесь прокинем дорожку. Также в этом сезоне стоит начать строить бункер судного дня. Валери повзрослела, молодчина. Кстати, мы же склады везде сделали. В принципе, тогда вот эти нужно сносить. Если мы их снесем, ресурсы же останутся. Надеюсь. Давайте проверим на капусте. Ну-ка, ну-ка. Надеюсь, они сейчас перенесут капусту. Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Нет, блин, капуста уничтожилась? Да ладно. Стоп, нет, нет, неправда. Или они перенесли? А, фух. Они просто перенесли, да. Ладно, тогда уничтожаем и дальше остальные здания, складики. Все, теперь склад здесь есть, вот здесь есть. И где-то еще один был вроде. А, и вот здесь, три склада. Все. Так, а здесь чего не хватает? В рабочей зоне нет активных дальнейших ресурсов. А, уже убрали? Быстро они. Радиацию. Теперь вот это убирайте, потом вот здесь начнете убирать. Сейчас загрязнение уйдет, и домики здесь понастроим. Изучили электропилы. Так, теперь сможем делать пилораму. Угу. Так. Что еще нужно сделать? Промышленную добычу, в принципе, уходить надо. Но там потребуются детали. Так что уходим в производство деталей. Ну-ка, где-то у нас пилорама наша. Рутятская. Электричество, правда, все нужно будет провести. Стоп, это не здесь. А где пилорама? Вот, пилорама. Пилорама, либо ее здесь. 30 компонентов комплектующих. А что так дофигища? Не-не-не, слишком дороговато. Надо где-то добывать комплектующие. Но где их производить? Ладно, сейчас изучим этот вопрос. С специалистами разберемся для начала. Надя, возвращайся домой. Горький пошел драться. Ну-ка, ну-ка, где-то у нас производство деталей. Нужно посмотреть. Ой, не детали, а комплектующих. Изготовление инструментов. Это ремонт автомобилей, да? Производство электроники. Ага, вот, фабрика электроники. Надо ее построить, чтобы начать производить комплектующие. Но потребуется что? Пластик. Еще там что-то потребуется. Ну-ка, ну-ка. Где-то другое. Редкие металлы. А где мне их, их доставать? Пока непонятненько. Там уже радиации все заражаются. Группа выживших. Так, охрана. Охрана, охрана. Ребята, ребята, пока повремените радиационной чисткой. Подойдите к воротам. О, Надя вернулась. Молодец. Тоже выжившие, давайте поговорим. Двое раненых, двое взрослых, детей двое и три старика. Надеюсь, вы не будете врагами. Просто раненые. И что, зашибись у нас все будет. Быстренько их вылечим. И нужно построить дома. Все, расширяем наше жилье. Чпоньку. Вот так, что ли, проводить?
не поместится сюда два здания, да? Пусть вот этот в один ряд идет. Чпоньк, чпоньк, чпоньк. А вот здесь во второй ряд пойдет. Там просто загибулину сделаем небольшую. Там дорожка. Вот здесь загибулину. Кривовастенько чуть вышло, но... В принципе, ничего страшного. Двойную дорожку сделаем. Надеюсь, проканает. А сюда что-нибудь воткнем впоследствии. Все, пошли все тащить. Строить, толпа такая, муравьев. Башня у нас все расширила. Обнаружение максимальное. Капец у загрязнений. Так, чего у нас пластика не хватает? В смысле пластика не хватает? Не может быть. А, ну конечно, один рабочий в пластиковой зоне. Бетон весь собрали. Серьезно, весь бетон? А где еще у нас бетончик есть? Снежная буря? Нет. Слишком рано. Снежная буря подошла к нам. Угу, бетончик еще здесь. Чпоньк, чпоньк. И дорожку. Бетончику. Вот так. Так, так, так. Надо готовиться к зиме. Забирайте весь урожайчик. Так, что там с отоплением у нас? Вот усиленная горелочка. Здесь все охвачено, охвачено, охвачено. В принципе, центр города у нас охвачен, тепло, но производственная зона нет. Ну, в принципе, без нее поживем. Вещей хватает, инструментов хватает. Ну-ка, что там у нас во внешнем мире? Почти весь мир уже исследовали. Ученый, давай последнюю изучай. И думаю, пойдешь возвращаться. Это слишком опасно. Давайте, ребят, поля собирайте. Толпа такая приперлась. Ох, как они урожайчик-то собирают. Молодцы. Так, загрязнения собрали. Быстренько. Так, так, так. Еще вот здесь, да, вот центральные вот эти у нас. Потом поля сюда расширим. Вот эти соберем. Очищаем центр города. Стоп, они голодные? Ну, вы голодные, ребят. Еда у нас здесь, что ли, только? В смысле, а здесь почему не храните? Вот капуста. Кухня прям рядышком. А, рецепт еще можно выбрать. Рецепт растительные пайки, либо мясные. Может, еще одну кухню построить? Делать крутую еду? В принципе, пищи у нас хватает, мяса тоже. Давайте сделаем еще одну кухню. Вот еще одна кухонька. Прям тоже рядышком. Две кухни хорошо будет. Во, поля собрали. Красавцы. Стоп, стоп. Так, древесины запаслись. Все, отлично, отлично. Так, дровосеки, дровосеки. В принципе, срубайте вот этот лесок. Двоих можно нанять. Надо запасти деревяшками. Изучили производство деталей. Сейчас изучается переработка утиля. Чтобы ускорить создание деталей. Механическая мастерская. В принципе, сюда можно ее воткнуть. Как раз недалеко от наших электробатарей. Либо ее вот сюда чуть пропихнуть подальше. В принципе, или сюда войдет? Нет, не войдет. Огромная. Тогда вот сюда вставай. Поньк. И электричество тебе прокинем. Через трансформаторную буточку. Последнюю лачугу застраивают. Домишек у нас теперь дофигища. Надолго хватит. В принципе, их даже можно не улучшать. Может даже двойные дороги делать, чтобы им проще было передвигаться. Снежная буря уже. Ё-ё-ё-моё. Надеюсь, отопления нам хватит. Очень на это надеюсь. Ребята, носите теплые вещи. Как у нас кухонька поживает?
Продостроят. Нам нужно больше пластика. Колонистка ведет себя странно. Одна из колонисток с трудом справляется даже с простейшей работой. Она заметно пошатывается при ходьбе, а это совсем дурной знак. Вы отводите ее в сторону и спрашиваете, не заболела ли она. «Нет, я в полном порядке», – отвечает она и продолжает. «Я лечусь при помощи волшебной светящейся воды из ручья». Вы готовы поклясться, что когда она разговаривает, ее зубы испускают слабое зеленое свечение. Вот реально, что за дурная тетка. Давайте отправляем ее к врачу. «Но я и так здорова, как 100 быков!» – восклицает она и немедленно сгибается пополам из-за сильной боли. Очевидно, из-за зараженной воды у нее развилась лучевая болезнь. Ей нужно как можно скорее попасть к врачу. Ну, один колонист заразился. Дурная тетка какая-то. Ничего страшного, ее сейчас подлатают, будет работать. Ребят, все, урожайчик. Хорош, больше работать здесь не надо. Зима. Последнюю капустку собирайте. И сваливайте. Трансформатор доделали. Сейчас механическую мастерскую сделают. Враги побеждены. Ну-ка. О, Горький всех победил. Забирай бензин. Потом вернешься. Кейт получила технологии. Ну-ка. Может, изучишь вот эту штучку? Сколько у тебя? 30 здоровья? Да, в принципе, справишься, давай. Раш тут все изведал. Ну-ка. Собирай давай комплектующие. И возвращайся потихоньку. Доделали кухоньку. Давай пару рабочих. И делайте мясные продукты нам. Надя подлечилась. Давай в мир. Топай. Все, на полях рабочие не нужны. Солисты опять все закончили. Да что же они такие резкие? А, это Надя пошла. Точно. Ну, давай подбирай самое ближайшее. Так, у нас сейчас самая главная нехватка – это пластика. Пластика. Где тут у нас вообще пластик имеется? Пластик. Это залежи. Вот здесь пластик валяется. Так что туда пойдешь работать? А, еще здесь две кучки. Ну, мест полно. Окей. Они через заражение ходят. Ой. Вы там убрали заражение, нет? Рабочие. Вот это у нас приоритет. Вот это убирайте. Вот они бетон добывают. Сколько тут уже загрязнений? Маловато. Улучшили переработку утиля. У нас куча очков. И чтобы нам вкачать, нам надо добывать эти редкие металлы. Плюс. Комплектующие. И да, вроде у нас все зашибись. Можно не париться. Инфраструктура. Энергию ветра. Электрообогреватели. Это нам не нужно. Глубокое бурение для воды тоже пока не надо. С общиной. Улучшать настроение наших граждан. Это тоже пока не интересно. А в безопасности изготавливать оружие или медпункт прокачать. Полевой госпиталь. И переходить к оружейной может. На продажу все это делать. Но требуется комплектующие. Не. Нам нужно улучшать производственный цикл. Так что улучшаем изготовление одежды и инструментов. Комплектующих сильно не хватает, очень сильно. Так что по всему миру нужно их собирать. Ну что, разведчик тут уже все проразведывал. Что ты можешь сделать? Да ничего ты больше не можешь. Возвращайся домой, будем тебя в колониста превращать. Радж, комплектующие собирай. Это нам сейчас самое главное. Эрика исследовала музей. Дальше продолжай свои поиски. А мы пытаемся спасти свою колонию. И сделать ее процветающей. Кстати, бункер, точно. Может начать строить бункер? 400 дерева, 300 пластика и 200 металла. А почему металл перестали производить? Ну-ка.
Потому что производство... производство... Потому что потребление слишком высокое. Не получается сохранить металл. Нужно, да, увеличивать нашу пропускную способность металлолома. Ну, в эфире задание. Одна из ваших колонисток сумела починить небольшое карманное радио, найденное во время одной из вылазок. Удивительно, но ей даже удалось поймать передачу. Если вы меня слышите, недолго осталось. Медведи, на помощь. Раз уж даже простенький радиоприемник сумел поймать этот сигнал, значит он исходит от соседней радиостанции. Осмотрим радиостанцию. Ну-ка, где она тут у нас? Ого, она прям рядышком. Ну-ка, Надя, Надя, давай сначала зайди сюда. На станции темно, но самодельное укрепление вокруг нее свидетельствует о том, что здесь живут люди. И в самом деле, завидев вас, наружу выбегает группа поселенцев. Вы одни? Неужели вы поймали нашу передачу? Наши люди остались в городке по соседству и не могут сбежать. У вас есть оружие, так что с вашей помощью мы смогли бы их выручить. Но идти туда очень опасно. Вы с нами? Ну давайте поможем им. Да, сюда идти. Ну нет, не сейчас, не сейчас. Вот у меня Горький вернется домой, вылечится, вот тогда можно будет повоевать. Специалист на грани смерти. Родился ребенок, повзрослел, бла-бла-бла. У нас на грани смерти. Или кто-то умер уже? Упс. Похоже, я переоценил чьи-то возможности. Кейт, скорее всего, да? Не, ну она справится, мне кажется, да. Так что нормально. И все нормально, ребята справятся. Во, построили механическую мастерскую. Теперь будут производить детали. У нас куча еды. Так, 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 сейчас повара все наготовят, и надо будет это продавать. За воротами собрались оборва... Да вы задолбали. Ну-ка, охранники, вперед, защищайте наш домик. Готовьтесь к бою. Отчаянные времена. Так, так, ну что они хотят? Это уже было много раз. Давайте дадим им много еды. Они же вроде за это... Да, денежки дадут. Все, 1000 монет есть. В принципе, можно нанять специалиста. Ученый, мистер Дуб. Нанимать или другого лучше подождать? Ну, в принципе, давайте наймем и сделаем из него поселенца. Иди в поселенцы. У тебя будет больше толку так. Мне нужны комплектующие, чтобы они постоянно производились. Но, думаю, я навряд ли такое найду место. А вот редкие металлы... Которые нам понадобятся для производства комплектующих, я нашел. Все, поселенец туда прись. Будет у нас редкие металлы. А мы будем из них уже комплектующие варганить. Изучили ткацкие станки. Ну-ка, ну-ка. А, мы можем просто улучшить, да? Да, проапгрейдить. Давайте, давайте. Приоритет. Ну-ка, Надя собрала одежду. Так, 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 что там? Комплектующие. Давай, это самое главное сейчас. На них сосредоточимся. Кейт. Технологии изучила. Все, тебе, думаю, пора домой. Больше от тебя здесь толку нету. Инфекция пошла у нас по деревне. Врачей больше назначаем. Да, уже 5 инфицированных. Пластик еще собрали. Ну-ка, давайте туда, сюда переходите. Врачи, спасайте наших ребят. 6 инфицированных. Ну да, нужно было бы госпиталь построить. Было бы неплохо. Построили мастерскую хорошую. Ой-ой-ой. Защитная одежда. Защитная, обычная, защитная. Да, правильно, защитную производите. Обычные инструменты. Нет, сейчас вас прокачаем и тоже будем получше крафтить. Горький, возвращайся домой, тебе нужно подлечиться. Еще один городок разведали. Нормально. Последние кусочки открываем мира. 8 инфицированных колонистов.
4 врача не спасают. Ну, конечно, у нас столько людей. В принципе, надо было все-таки госпиталь прокачивать. У нас новые украшения появились. Садики можем делать. Ну, не знаю, имеет ли смысл всякую такую фигню крафтить. Думаю, она нам вообще ничем не поможет. Так что забьем на нее. 9 заболевших. Может, еще одну палатку сделать медицинскую? Да, сделаем. Даже 2. Как раз там, где надо. Теперь все заболели. Ребята, стройте медицинские палатки. Надо лечиться. Во, достроили. Ну, думаю, 8 врачей справятся. Изготовление инструментов прокачали. И улучшаем здание. Все, с инфекцией справились. Так что, врачи, вы больше пока не требуетесь. Рядом с колонией заметили странного ребенка. Один из колонистов в поисках материалов увидел в развалинах маленького ребенка. Малышка точно не из колонии, и живет она тут очень давно. В самодельном домике из пластиковых бутылок, скрепленных резинками. «Это мой дом, мне больше некуда пойти», – шепчет ребенок, опустив глаза. «Давайте ее приютим». Малышка, сидящая на куче развалин, представляет собой очень печальное зрелище. Ее щеки запали, а под глазами синеют огромные круги. Один из колонистов подходит к ней и предлагает примкнуть к колонии. Не выразив ни печали, ни счастья, она кивает головой и берет колониста за руку. Сделали доброе дело, зато у нас будет еще одна маленькая девочка в поселении. Уже 70 человек, 71 ребенок родился. Детей 15, 9 стариков. Хорошо. Так, все уже. Разграбили подходики. Теперь вот эти убирайте. Во, большую мастерскую инструментов доделали. Изготавливают надежные инструменты. Молодцы. 2 рабочих. Все, теперь обеспечены одеждой и инструментами. Работа не волк. О поле зелени. Очередной загруженный день. Все пределы, работа кипит. Но один из колонистов прилег неподалеку от остальных и считает облака. В ответ на вопросы он широко улыбается щербатым ртом и вздыхает. «После всего, что с нами случилось, мы еще живы. Нам дали возможность наслаждаться жизнью. Чего же вы этого не делаете?» Ну, давайте присоединимся к нему. Несколько колонистов присоединяются к нему, осознав, что они уже давно не отдыхали и не испытывали удовольствия от жизни. Наблюдая за облаками, они чувствуют, как ими овладевает невероятный покой. Льется непринужденная беседа ни о чем. Наконец, колонист вытаскивает странную деревянную коробочку и отдает ее со словами: «Это вам немного радости». Лодырь возвращается к работе под неодобрительные взгляды других колонистов, которые все это время трудились. Счастье минус 15, но плюс 10 наборов для досуга. Так, нужно счастье прокачивать, кстати говоря. Да. У нас ребята как-то погрустнели. Загрязнение забрали. Этап за экологию завершили. Нет, вот здесь еще осталось, так что не врите мне. Потихоньку все электричество истратили. Нужно построить новую электростанцию. Солнечная электростанция. Давай сюда. Давайте пластик увеличим до 500. Хранение. Так же, как и древесины, до 500 штук. В принципе, можно ставить этих, либо тех лучше. И улучшить. Да, пилорамы, но требуются комплектующие, которых у нас вообще нету. Вот, солнечную панель построили, и теперь у нас сохраняется баланс электроэнергии. Мы уже пластик весь собрали. Ну, еще одна кучка есть, ребята. Защитников убираем, зачем нам столько? 16 у нас рабочих рук. Блин, это шикарно, я вам скажу. Нужно создавать рабочие места. Только что нам... А, я знаю, что нам производить. Кстати, у нас технологии не изучаются никакие. Что-то я забыл про это. Во, изучаем промышленную добычу.
по всей этой ветке. Комплектующих, правда, нет у нас, чтобы это построить. Но, думаю, наши специалисты найдут во внешнем мире немного. Нехватка электроэнергии. Что? Ой-ой-ой, нужно повысить выработку. Давайте солнечную панель еще одну. Пихайте, пихайте, ребята. Поселенец наконец-то дошел. И строю аванпост по собирателям. Будешь собирать редкие металлы. Сколько там? 12? Каждый день? Плохо. Горький, сейчас на следующий ход пойдешь драться. Ну, сейчас зима закончится. Шикарно. Давай быстрее, зима, кончайся. Опять бандиты или кто там пришли, выжившие. Один ребенок, 4 старика. Принимаем, у нас для всех места хватит, ребята. Да, зима закончилась, ура. Теперь все на поляны, ребята, и в поле работать. Угу, у нас запас воды уменьшается резко. Почему так? Непонятно. Ну да ладно. Построим еще одни колодца. Нет, у нас колодец, 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 колодец. Куда тебе еще воткнуть? Вот сюда. Везде колодцы, колодцы, колодцы. Нормально так. Водичку добываем. Туда где-нибудь впендюрить. Ой, нет, почему на дороге? Зачем? На дорогу нельзя ставить. Рядышком надо бы воткнуть. Вот так. Теперь опять дорогу вам переделывать. Во, Надя, компоненты собрала. Комплектующие. Давай, собирай оружие и можешь возвращаться. Горький, вперед во внешний мир. Нам нужен боец. Где там радиостанция? Вот это. Вперед. Группа тихонько прокрадывается в заброшенный полузаброшенный город, соблюдая максимальную осторожность и не высовываясь. Внезапно их лидер поднимает руку. Вы видите огромного медведя-мутанта, который бредет по улице, очевидно учуяв чей-то запах. Нужно действовать быстро. Идеи, шепчет вам лидер, взять дело в свои руки. Ваш специалист пробирается вперед, чтобы оценить ситуацию, и обнаруживает, что если укрыться заброшенными машинами, то можно обстрелять медведей из засады. Решение принято. Группа занимает позицию и открывает огонь. Медведь издает оглушительный рык и мечется, пытаясь понять, откуда по нему стреляют. Однако, вскоре бессильно падает на асфальт и испускает дух. Из соседних домов тут же высыпают люди, и улица взрывается аплодисментами. Ваш специалист возвращается в колонию с целой кучей подарков, в том числе с особым сувениром от лидера, восхищенного отвагой и смекалкой вашего человека. 200 монет, 50 батончиков и 35 наборов для досуга. Ну, я ждал большего. Иди дальше, долби бандитов. Загрязнение все убрали. Теперь новое давайте. Вот здесь, возле могильника. Бетон собрали весь? Да ладно. Вот это раз. Вот тебе раз. Ну-ка, ну-ка. Опять нехватка электроэнергии. Да чтоб тебя. У нас бетона, что ли, больше нет? Реально? У нас закончился весь бетон. Что поделать? Строим еще один сторожевой пост. Где-нибудь вот здесь. А здесь уже вода идет. Ага, тогда только сюда, на север расширяться можем. Хорошо. Сторожевой пост сюда. И дорожку к нему. Вперед, ребята, стройте, стройте. Рабочих у нас полно. Проблемы с электричеством. Ну, ничего, ничего. Кстати, нужно электричество увеличивать. Точно, точно, точно. Но нет комплектующих, чтобы это сделать. Печалька, печалька, печалька. Металл закончился. Да что ж все заканчивается-то? Реально нету больше металла? Ни бетона, ни металла.
А, вот здесь куча металла. Во, отлично, куча металлка. Куча металлка, куча металла. Понял сейчас? Только там шарится какой-то медведь огромный. Транстующий торговец приехал. Во, комплектующие, ну-ка давай мне сюда. Отлично, то, что мне не хватало. Гейт вернулась, ура. Хоть отдохнет. Разведчик тоже возвращается. Кейт и разведчика назначаем поселенцами. Отправляем его сюда. Здесь тоже есть драгметаллы. И инструменты. Вот разведчика назначаем еще поселенцам. Но он уже отправляется. Куда бы его отправить? Но он уже отправляется вот сюда. Здесь также есть драгметаллы. Неплохо так расширили точки поиска драгметаллов. Лес закончился. Ладно, здесь валите. Медведь напал, да? Да, мочите медведя. Мочите этого гада. Да, валите этого мишку. Давайте, парни, заколбасьте его. Все. Домашнее мясо. У нас тут еды дофига скопилось. Загрязнение одно убрали. Сейчас нужно поторговать, я думаю. Потому что нам нужны комплектующие. Кого их можно купить? У вас, Омикрон. 3 дня идти будет. Ну ладно, ладно. Покупаем комплектующие, все, что есть. И давайте обменяем их на хавчик. Вот мясные пайки. И растительные пайки. Плюс у нас полно инструментов. Так, мы уже все в плюс ушли. Думаю, этого пока достаточно для торговли. 3 дня будет идти. Что еще можно купить, ребят? Технологии у этих. Но уже торговля пошла, так что нет у меня возможности. А центр торговли строить как-то неохота. Особо. А мы можем еще один построить, кстати говоря? Кстати, да. Но стоит ли она того? Думаю, пока нет. Металл здесь. В принципе, здесь надо построить этот. Где там? О, точно. Мы же открыли промышленную добычу. Но комплектующих не хватает. Подождем, пока придут. И построим что? Что? Эскалатор пластика пока не нужен. Нам нужен металл. Металл. Где у нас металл? Вот здесь металл будет добывать. Шикарно, как раз рядышком. То, что нам необходимо. А вот этих ребят, в принципе, их перестроить сюда поближе. Станцию по приему лома сюда поставим. Здесь поудобнее будет. Что такая дорога кривая? Двойную сделаем. Потом сюда ее провернем. Ну, когда сделаем станцию по обработке металла. В принципе, у нас денег достаточно, чтобы нанять еще одного специалиста. Надеюсь, это боец. Нет, денег недостаточно. Отказываемся. Да и тем более был разведчик. И опять нехватка электроэнергии. Да я знаю. У нас жесткий минус. Ну куда деваться-то? Куда не денешься? А, кстати, пора начать строить бункер судного дня. Материала, в принципе, достаточно. Капец, он место занимает. И куда его сюда впендюрить? Это здесь, в принципе... Да, в принципе, сюда сейчас загрязнение чистят. И мы сюда бункер впендюрим. Да, так и сделаем. Давайте, очищайте побыстрее. Либо куда еще его впендюрить-то? Здесь у нас загрязнение. Здесь жилой квартал пойдет. Так что только сюда. Ну или сюда можно воткнуть. Во, построили металлобазу. Улучшаем. А вот это, в принципе, можно сносить. Либо пусть стоит. Либо пусть стоит. Пусть пока стоит, да. Просто всех оттуда уберем.
Надя, 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 что у тебя в карманах? У тебя комплектующие в карманах. Давай домой. Шуруй домой. Так, ну, думаю, пока стоит остановиться на этом. Сколько у нас? 79 человек. Ну, почти 80. Народу дофигища. Мы расширили свой обзор, открыли новые территории. Здесь у нас куча металла. А также мы теперь можем строить экстракторы бетона, металла и пластика. То есть добывать глубоководные залежи. Вот под землей 9000 металла. И все это мы можем добыть. Но пока не хватает комплектующих. Скоро у нас придет груз, который мы заказали при торговле. Народу прям уже слишком дофига. Топчутся здесь, мешают всем жить. Надо их расселять по другим местам. И больше туалетов строить. Точно. Давайте здесь несколько туалетов построим. То, мне кажется, их не хватает. Еще 4 туалетика. А то 80 жителей и всего 3 туалета. Как-то не очень хорошо, мне кажется. Все, металлолом построили. Станцию по приему лома. Теперь добывайте здесь 3 человечка. И все будет зашибись. Уф, капец, мы разбогатели, прямо расширились. Нормально, нормально. Вот такая деревушка у нас получилась. Сейчас уничтожаем мобильное загрязнение. Расширили здесь райончик свой. Сейчас здесь уничтожим. Построим бункер судного дня в следующем сезоне. И будет все зашибись. Капец, городок все расширяется. Мы все богатеем. Да, все прекрасно. Как-то так. Что ж, а на этом я пока заканчиваю эту серию прохождения игры Surviving the Aftermath. В следующий раз у нас придут комплектующие, и мы будем начинать глубоководную добычу. Ну а с вами был Амри. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч!